Настало время для следующего этапа. Проект Kana SOS – онлайн-транзакционная платформа, предоставляющая упрощенный сервис для приобретения медицинского каннабиса. Меньше чем через неделю продал 2 миллиона токенов Perkins Coin на пресейле, который продлится до 11 декабря. На данный момент проектом запущена программа вознаграждения, дающая дополнительную скидку на токены при наличии промокода. Используя его, при покупке цифровых денег на веб-сайте пользователь получит бонус – 30% скидку.